Вот так еще несколько месяцев назад выглядели дворы по переулку Пилотов. Бурлящие полноводные реки появлялись здесь даже после небольшого дождя. Мы не могли выйти вообще. Вода заходила в первые два подъезда, вообще в подъезд, не только до подъезда, а в подъезды. Это вообще невозможно. А в подвалах у нас что творится? Там только почему-то лягушки не квакают. Дети просто плавали в последнее время, как озеро. Всему виной, уверены местные активисты, морально устаревшая система отвода воды, которая просто не была рассчитана на такое количество домов. В округе за последние несколько лет вырос фактически целый микрорайон. На месте оврага построили два высотных дома. Естественно, овраг, как таковой, по которому истекали ливневые воды, вот, он был убран, и ливневой канализации не стало. Вот с этого времени и возникла проблема. Нам пришлось обратиться к губернатору области Александру Васильевичу Богомазову, вот, в том числе и к руководству города Брянска. Нас услышали, и нам было выделено денег для решения этой проблемы в сумме 37 миллионов рублей. За непростую задачу взялись специалисты компании «Мострем-строй», у которых за плечами большой опыт подобных работ в разных районах Брянска. Объект рассчитан на 4 месяца, мы сейчас идем уже с опережением графика. То есть за полтора месяца мы уже на 70% выполнили. Сейчас уже делаем восстановительные работы по благоустройству, готовимся к асфальту. На следующей неделе уже планируем асфальт укладывать. За каждым шагом строителей пристально наблюдают местные активисты, которые так долго боролись за право жить в комфортных условиях. Работают с 8 утра и до позднего вечера. Очень активно, очень добросовестно. Каждый занят своим делом. И результаты налицо. Основное количество работы уже выполнено. Эти ребятки очень молодцы, очень. Вот прям мастера, огромное спасибо. И видно, что они профессионалы, работают прямо от души, как и мы хотим этого. Потому что невозможно было жить в этом болоте. Позитивные изменения уже налицо. Новая система выдержала испытания первыми дождями. А это значит, что совсем скоро жильцы домов по переулку Пилотов перестанут строить планы на день, исходя из прогноза синоптиков, и тревожно всматриваться в небо, опасаясь капризов небесной канцелярии. Дмитрий Кузнецов, Анатолий Чекрыгин. События. Брянск.